Gwinner. Цехов, которые работают у нас, просто невозможно, это будет нехорошо. Поэтому я еще раз поздравляю свой дружный коллектив с праздником. И еще немножечко и заканчиваем наше торжество. Спасибо. Продолжаем наш замечательный юбилей. Отделение музыкального искусства эстрады создано в 1991 году по инициативе выпускника Российской академии музыки имени Гнесиной, заслуженного работника культуры Чувашской республики трубача Николая Анатольевича Кузьмичева. В настоящее время отделением заведует Татьяна Вениаминовна Шумская. За 28 лет работы на отделении состоялось 24 выпуска, и его окончили 96 человек. Вокалисты, инструменталисты и ансамбли студентов, обучающиеся на отделении, неоднократно становились лауреатами различных конкурсов, в том числе на конкурсе «Джазовая весна» в Ульяновске и на межрегиональном конкурсе джазовых исполнителей Вишкарали, на конкурсе «Рояль в джазе» в Москве, Казани, на джазовом конкурсе памяти Олега Леонидовича Лундстрема. Музыкальное искусство эстрады представляет студентка 4-го курса Чебоксарского музыкального училища Александра Осина, музыка Константина Аргеляна, слова Вероники Тушновой. «100 часов счастья» аккомпанирует Алексей Николаевич Иванов. Перо в гремящем лаконе обманывает.
чистейшего без обмана. 100 часов счастья, но разве этого мало? Сколько дней проводила за счастьем в погоне, ворожила над ним, колдовала, случалось. Санкт-Петербурге. Выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель гранта президента Российской Федерации Павел Парфенов, класс заслуженного работника культуры Чувашской Республики Назыра Гараева. Евгений
Евгений Гербенко, вариация на тему песни «Очи черные». Thank you.
выступает фольклорный ансамбль «Шавал» и танцевальная компания «Нота Жи». Yeah.
музыкальный подарок – выступление Августы Уляндина и группы «Ярты». Народная артистка Чувашской Республики, обладатель премии «Достояние Республики» Августа Уляндина является выпускницей Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. Она окончила вокальное отделение, где занималась в классе Агриппины Ивановой. «Саглтур Лажа» исполняет народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина и группа «Ярты». Академии музыки имени Гнесиных Илья Сакмаров,
возглавившие его, и Ирина Федоровна Смирнова. С 2000 года отделением руководит заслуженный работник культуры Чувашской Республики Людмила Петухова. Преподаватель отделения сотрудничает с Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. Ведут совместно со студентами работу по сбору и обработке традиционного музыкального фольклора Чувашии. Участвуют в научно-практических конференциях. Без участия фольклорного ансамбля «Ялдал», руководимого Петухова, не обходится ни один праздник нашей республики. Выступление наших фольклористов всегда принимает очень тепло. Для награждения отделения сольного и хорового народного пения на сцену приглашается народный писатель Чувашской Республики, поэт и драматург, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Татарстана, Мариэл, Удмуртской Республики Михаил Юхман и заведующая отделением Людмила Петухова. Наверное, устал сидеть, он все-таки очень немолодой человек. Концерт у нас затянулся, поэтому вот не вытянул. Вообще он был здесь, он очень хотел выйти. Поэтому концерт продолжаем дальше. Музыкально-хореографическая композиция на материале гостевой песни низовых чувашей «Шарда, шарда, шуюгаль» исполняет хор отделения сольного и хорового народного пения с руководством Людмилы Валерьевны Петуховой.
не всех, кто работал в училище, но нам дорог каждый. Мы помним всех и ценим вклад каждого. И искренне поздравляем всех преподавателей, студентов, работников, выпускников Чебоксарского музыкального училища имени Павлова и всех гостей, собравшихся в зале с юбилеем 90-летием Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Доброго вам здоровья, поколения, хороших учеников, чутких преподавателей. Пусть музыка всегда будет с нами.